Полгода назад мы рассказывали о Kershaw Chill, удобном и легком ноже на каждый день. Тонкая рукоять делает его невероятно комфортным в ношении. Однако не для всех этот фактор является таким уж важным. Как только возникает необходимость выполнять ножом силовую работу, маленькая толщина превращается из достоинства в недостаток. Сегодня у нас в гостях Volt 2, еще один нож компании Kershaw. Эта модель – бюджетный уменьшенный вариант оригинального Volt, ножа с титановой рукоятью и композитным клинком, за который сегодня коллекционеры готовы отдать очень серьезную сумму. Формой он здорово похож на Chill, и это неудивительно. Его автором является все тот же мастер R.J. Martin. Но при сравнимой с Chill длине, Volt 2 почти вдвое толще и тяжелее. Клинок Volt 2 длиной 83 мм и толщиной 3 мм изготовлены из стали 8CR13 MOV. Лезвие сведено в 0,5 мм и заточено на совесть. На части обуха ближе к острию есть фальшлезвие, а на упоре для большого пальца насечки цепкие и удобные. Есть насечки и на пластине замка Liner Lock, и на пластиковой проставке в спинке рукояти. Текстурированные накладки выполнены из нейлона. На рукояти есть 4 подпальцевые выемки, а плавник в открытом положении выполняет функцию упора. Все эти меры обеспечивают надежное удержание ножа. Volt 2 не скользит в ладони даже при очень серьезных нагрузках. В отличие от Chill, Volt 2 оснащен системой ускоренного открывания SpeedSafe. При нажатии на плавник клинок вылетает самостоятельно. Клипса двухпозиционная, и рассчитана она только на правшей. В плашках толщиной 1,5 мм проделано лишь по одному отверстию. Это не слишком уменьшает вес, зато обеспечивает дополнительный запас прочности. Нож Kershaw Volt 2 выпускается и с полусерейтерной заточкой. Есть и варианты с черным покрытием на металлических частях. Конечно, вряд ли кто-нибудь станет активно использовать такой небольшой нож для тяжелых работ. Но Volt 2 вполне может играть роль, скажем, вспомогательного туристического ножика. Его объемная рукоять удобно лежит в ладони и не наминает ее при силовом резе. Надежность конструкции тоже вполне достаточная. А система SpeedSafe позволяет открывать нож даже в перчатках. И хотя рукоять толщиной 1,5 см приживется не в каждом кармане, ничто не мешает пользоваться этим ножом и для городских повседневных задач.